Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 382. События дня. Притча 28 глава, 9 стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. У нас это в храме написано. А если бы в каждом храме это было, ну и везде, где люди молятся, мусульмане могли бы взять, ну и все, и получилось бы, что вся наша молитва под слом идет. 28 декабря 2016 года. Это, наверное, 29-го. Это вчера, да, 29-й. Что-то тут не ладно. 382. Минутку, подожди-ка. Сейчас я сразу посмотрю. 382. Ну да, не перевел стрелку. Не перевел. 383. Ну, как же это так я оплошал? За 29-е. Пророк Исаия, прочитайте три места Писания, которые говорят именно о том, чтобы люди более строго отнеслись к себе. Ну вот вчера мне скинули материал такой. Госдума готовит закон от думающих людей. Теперь вы секта, восклицательно, то есть все секта, и государство секта, и патриарх сектант закон принимает, и Путин сектант, и все магазины еще торгуют, все сектанты. Вот это вот надо посмотреть. Ну вот так, зарядите, найдете. Да, это я вчера прослушал до конца. Да. Так, прошу выслушать меня очень внимательно. Я писал в администрацию вчера. У нас еще раньше были начитаны две книги Нового Завета, Евангелие от Матфея и Откровение, по нашему трехтомнику, с толкованием. И тут мы решили по просьбе трудящегося народа продолжить эту работу. С номер один начали Деяния апостолов. Ну и дальше, вот видите, как я просто так буду двигать. Номер такой-то, Деяния. И Деяния 21 получилось, по полчаса, в среднем полчаса. Затем приступили начитывать по утрам по порядку все послания, что идут вслед за деяниями. И тут снова начали с номера первого. Итак, думаем по возрастающей степени начитать все до откровения. Все до откровения. Да. Вот мне первое Иакова. Дальше номер 2, 3, 4, 5 и так дальше идут. И мы уже насчитываем сегодня вот, ну, 25, уже 27. Еще что? Ошибка была замечена у меня. Я допустил ошибку. Ошибка вышла в том, что когда к вам послал остатки деяний, то выхватил и послание, так как смотрел только на номера. А номера от 1 до номера 21 пошли по новой. По новой пошли, потому что деяния шли, первые номера и здесь. Я не посмотрел на это и стал подправлять. И гляжу, они не сходятся. А на самом деле было все абсолютно точно сделано. Вот тут я допустил поспешность излишнюю. Начал править, думая, что вкралась ошибка в нумерацию. Изменять начал номера, а их не нужно было менять. Они стояли правильно. Поэтому прошу вас, ибо вам это легче сделать. Найти эту ошибку, промашку в номере, номерах. Их не более 5. И не по номерам только сравнивая, но и по тексту. То есть какая глава из какой книги укажет на порядковый номер. Раньше у меня было вот события дня, люди, которые краткое содержание, вдруг бросили все, человека три делали, то ли нет, или что, краткое содержание, вот обращаюсь, вот смотри, какой заповедь дается, считай. Так, первое, что знаешь, молчи. Что знаешь, молчи. Что слышишь, молчи, в чужие разговоры не вмешивайся, на вопросы отвечай, но много не говори. Что хочешь делать, обдумай один с молитвой, а другим раньше времени не говори, пока не сделал. Не высказывай людям их недостатков. Задели самолюбие твое или укорили тебя, перемолчи. Несправедливо к тебе скажи тихо и спокойно. Резко не говори, не возбуждайся. На все смотри, как Бог даст, на все его. Кто писал, не знаю. Его святая воля. Всегда помни Бога, Матерь Божию и молись. Святитель Филарет Дроздов. Тут любая власть
одобрит это. Ну и вот. Тут спрашивали книги теперь отправить в Италию. И оказалось, в Италию почти, вот, на Украину почти на 2000 рублей дороже, чем в Италию. Самое дорогое Украина. Нигде так с нас деньги не драли, когда мы ходили, как на Украине. Вообще. Вот прям рвут, не пропускают, давай, ну дай книги. Увидел, я одному дал там, потому что собака не такого вот, это, ну, бумага не того цвета якобы. А там у нас и зачипировано, и все, прививки сделаны. Ну, я взял трехтомник, дал. Другие сидят, я тоже хочу. Да, вот аэропорт Борисполь, советские времена, вот, киевский, он считался самым погибельным. Там, ну, дальше. И вот вчера мне скинули один материал. Сергей Карев. Вот это вот, запомните. Просто можете зарядить Сергей Карев. Я обращаюсь ко всем. Я вчера прослушал где-то 4 примера ролика. Братьям дал задание. Мне нужно представление иметь где-то. Я себе не доверяю. Вот. Ну, прослушайте, сколько можете. И покажите, какой именно ролик, в котором он говорит правильно или неправильно. Что именно. Я себе не доверяю здесь. Мне нужно мнение людей, чтобы именно... Не мнение о нем какое-то, а мнение о том, что он говорит. На основании Слова Божия или нет. Вот так вот. Ну, тут я новый номер составил. Вот это было уже детский православный лагерь. Все. Вот теперь мы посмотрим. Тут я вчера не стал ничего переносить. Так. Вот теперь посмотрим. Вот у меня любимый, это «Мой мир». Вот он, «Мой мир». Вот видишь как. Раз, два, три. Три. А их 5 должно быть. Еще перегонит или не перегонит. Сюда, из Ютуба. Ставлю «В моем мире». Дальше, форум наш. Вот он какой. 1603 темы. Очень-очень богатый. Ну и тут уж говорить не надо, какой богатый у нас видеоканал. Православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». И книги у меня все так называются «Открытым оком во свете Библии». Все материалы в моем мире, форум, везде. Вот это взял я и, ну, преобладание. Нигде, можно сказать, нет этого. У кого бы так вот совокупно было название. Вот кто-то уже зашел, сейчас посмотрим, кто. Максим Корсаков. Бывает нехорошо говорит там. Максим Корсаков. Посмотрим, что тут зашел. Максим Корсаков. Считай, что. Могли бы сделать парашюты, как в истребителях сделали бы. Не изобретайте велосипед заново, пожалуйста. Вы зря смешали людей, летящих делать добро с теми, кто там воюет. И чего же вы не хотите молиться о грешниках? Ну да, теперь... Бац, да. И с ними все кончено. Вы сказали, молиться нужно и за души усопших, кем бы они ни были. Дорогие церковнослужители... Пока живые были, мы могли молиться. Мы помолились о родственниках. А их как? Идет рождественский пост, поехали плясать. 60 с лишним артистов загнали туда. Кто-то, может, специально это сделал. Может быть, в самых верхах, как вот торговый центр сваливали. Это еще обнаружится когда-то. Такой самолет, и вдруг сразу закрылки там что-то не туда. Ну, это, короче, так. По поводу отсутствия катапульт. Ну, когда он тихо-то летел, в это время можно было уже выпрыгивать. Что там говорить? Ничего нету, вообще ничего нету. Ну, двери так не устроены в самолете, чтобы выпрыгивать на ходу. А? Двери там так не устроены в самолете, тем более в Ту-154, чтобы открывать на ходу. Нету. Что доказывать-то? Там устроено. Ну, жизнь человека дороже. Устроено. Ну, когда он падает где-то, можно уже с высоты, он уже спускается, допустим, километр. На километр уже можно спрыгивать-то. Открыл двери, сразу открыл и сказал, кто желает, давайте быстренько. Кто-то останется живой. Тут доказывать не надо. Обязательно кто-то бы остался. А здесь так, 300 человек, все погибли. А какого? Сидят, ничего нигде нету. За такую высоту подняли, ничего нету. Неправильно. Неправильно. Просто Бог лишил разума людей. Ну и вот. Теперь дальше. Вот у нас тут во свете Библии православный библейский сайт. Очень богатый. Мы начали тут дальше записывать работу по работе.
Давайте, что тут? О! Так, подожди-ка, мы сейчас посчитаем тут. Вот это вопрос. Скопирую. Володя, снимай. Открываю в Word. Ctrl-V вставляю. Ctrl-A активирую. И перевожу в более крупный режим. 20. Ну, вот так. Это мне вопросы задавали в университете, где я вел занятия много лет. Только в одном университете 17 лет. Ну, а потом попросили расширить эти ответы. Вопрос 1145, третий том «Открытым оком». Можно ли христианам летать в космос? Ответ. Если христианам не запрещено спускаться в подвал за капустой, значит, можно быть шахтером и спелеологом. Если не запрещено подняться на крышу своего дома или жить на втором этаже и выше, то значит можно летать на самолете, космическом корабле. Расстояние не играет никакого значения. Вот так ответ. Интересно. Нужно только знать, полезно ли это тебе, не опасно ли это для твоей жизни. Евангелие от Матфея, 4 глава, 7 стих. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Если человек имеет такую ценность в очах Божьих, что он взыскивает с тех, по чьей вине человек погибнет, предавая их самих смерти, то он взыщет из тебя за то, что ты сам без нужды рисковал своей жизнью, как альпинист или штурмующий полюс, или летишь в космос. Самоубийцы Царство Божие не наследуют. 1 Коринфянам 10 глава 25 стих. Я вчера прочитал, спрашивает, но у вас это наклонности нету к суициду? Он говорит, что суе, а потом что? Ну, желание есть такого самого себя убить? Нет, говорит, у меня все время желание других убивать. Не суицид. Ну, это... Дальше. 1 Коринфянам 10 глава 23 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Или все? Все мне позволительно, но не на все назидает. Сирака 8.19. Не заводи ссоры со вспыльчивым и не проходи с ним через пустыню, потому что кровь, как ничто в глазах его, и где нет помощи, он поразит тебя. Это про самоубийц сказано все. Так точно стать кандидатом на погружение в глубочайшие впадины моря или на воздушном шаре, сделать кругосветное путешествие. Какая в этом нужда? 2 Ездры, 4 глава, 23-24 стихи. И готов плавать по морю и рекам, льва встречает и во тьме скитается. Лука 4 глава 12 стих. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. Христу дьявол предлагал броситься вниз, а тебе он предлагает порхнуть в космос, не искушайся. Вот а весь ответ. Так, напиши. Космос. Можно ли? Космос можно ли? Так, хорошо. Сейчас мы дальше пойдем. Вот еще вопрос. Видишь, как мы узнаем. Это вопросы задают не Смирнову. Он там сидит и... Так, что у меня? Подожди-ка. Так, теперь это уйти, открыть. Это минутное дело. Вот, Ctrl-V, Ctrl-A, заактивировать, и 20. Вот ответ. Так. Вопрос 1146, третий том «Открытым оком». Если человек трудится на износ, имеет ли он право этого же требовать от других? Ответ. Это выражение «на износ» отсутствует в Библии. Там есть другие слова. И если держать на них ориентир, то и тогда их невозможно превысить. Евангелие от Марка, 12 глава, 33 стих. «И любишь его всем сердцем, и любить его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Лука, 17 глава, 10 стих. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Песни песней, 1 глава, 3 стих. Влеки меня, мы побежим за тобою,
Царь ввел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино, достойно любят тебя. 1 Коринфянам 4:16. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Филиппийцам 3 глава 17 стих. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. 1 Коринфянам 9 глава 24 стих. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Когда читаешь о долгожителях, где бы они ни жили, или в Грузии, или в Дании, то у всех есть одно одинаковое – это трудолюбие. Ни один лодырь не доживает до половины дней своих. В человеческом организме заложен страшный потенциал жизнеспособности. Когда одна оставшаяся неповрежденная почка сразу же берет на себя функции потерянной и тому подобное. Последние исследования показали, что нормально развитый человек – нормально, хорошо работающий использует не 4%, как думали раньше, но всего лишь 3% из того, что заложено в него. У подавляющего большинства жителей Земли 97% таланта зарыто в землю. Ужас! Износ чего? Какого органа? Даже сегодня до нас доходит сведения, как о профессоре Скоробогатовой, которая родилась слепоглухонемой и поднялась на такую высоту духовного развития. О каком же износе говорить, когда мы имеем и глаза, и уши? На физической работе Бог это предусмотрел чудной субботой, днем покоя. Если ее убрать, то будет износ. Жадные рабовладельцы в Америке не давали продыху годами неграм, и они нещадно умирали. Сотни тысяч привозимых в цепях не успевали восполнять эти потери. Как только дали им праздничный день воскресенья, начался приплод. И черная нация готова вытеснить белую уже в ближайшее десятилетие. Так. О чем речь? На износ. На износ, запиши. Работа на износ. На износ работа. Дальше. Вот тоже, видишь, какие вопросы. Небольшие вопросы, но это в начале были. Потом будут очень большие вопросы. Вот это. Вопрос 1147. Третий том «Открытым оком». У меня 30 томов. 30 томов. Открытым ухом. 33. 30 в бумажном варианте, а 3 так еще. Все. Хорошо, что у вас память трудолюбивая. И всех детей приучила к работе. Мать трудолюбивая. И всех детей приучила к работе. Таким людям всегда легче в жизни. А как быть тому, у кого с детства не приучали к труду? Жалели, оберегали от трудностей. И когда этот человек выходит в жизнь, то ему вдвойне трудно. Ответ. Действительно, у нашей матери было 10 живых детей. И когда ее спросили, как она нас учила, она ответила: я их не учила, они сами учились. Жили и жили, работали и работали. Для нас работа не была тяжкой обязанностью. Почему? Я и понять не могу. Это как-то происходило само собой. Теперь я, обдумывая это, детально все перебирая и останавливаясь на одном. Мы росли очень послушными, действительно очень трудолюбивыми. Благодаря только матери и прародителям с обеих сторон. Пример. В колхозе нас, малолеток, выгоняли пропалывать поля. Невыносимая жара. Все руки в колючках от осота. И ни жалобы, и ни стона. В 4 классе я готовился к экзаменам. Никто за нами не следил. Отец и мать вместе не закончили даже полкласса. Я сам забираю все билеты и на целый день ухожу далеко в степь, прячусь в траве, чтобы никто меня не нашел и не мешал. И целый день учу, чтобы сдать все экзамены только на 5. Может быть, это детское тщеславие. Но мне всегда хотелось знать, что дальше. И я почти по всем предметам самостоятельно учил на несколько уроков вперед.
Ах, как мне это сгодилось в жизни, быть самостоятельным. Этому я и учу детей в детском лагере, а они не учатся. Галатам 6 глава 5 стих. Ибо каждый понесет свое бремя. О трудолюбии и олени можно найти пословицы и поговорки почти на каждой странице двухтомника летучих фраз Даля. Вот так. И какой ответ? Дальше. Что, трудолюбие написать? Да? Трудолюбие написать? Да. Трудолюбие матери. Дальше. Вот видите, как у нас легко идет. Вообще. Попутно узнаем тут. О, какой ответ маленький. Это ответа было, так сказать, вопросов поступало очень много. Ну, простые вопросы, значит, на них. Ну, обязательно отвечаю по Слову Божию. Обязательно. Люди, которые к нам приходили на занятия, они любили Христа и любили Библию. Это уже точно. Приходили к нам старообрядцы, баптисты, пятидесятники, городская краевая администрация, КГБ, кого только не было. И Господь нас хранил. Нам есть что было сказать, никому не угождая отвечать. Вопрос 1148, третий том «Открытым оком». Среди верующих есть люди, которые не хотят работать, а помощи просят и требуют. Накажет ли Господь того, кто оказывает им помощь, потворствуя им? Ответ 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 10-15 стихи. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. То есть болтают, доказывают, краснобайствуют, и ничего нету. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего всем посланиям, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Не помогай, но и не суди его, а вразумляй как брата. В нашей книге «К истинному православию» в разделе о милостыне подробно и пространно об этом написано. Что об этом говорят жития святых, святые отцы, Библия, каноны говорят, вот, четыре параметра. Дальше, не забывай, о чем речь шла здесь? Кто не хочет трудиться, тот и не ешь тут. Давай. Все-таки у нас вот в природе, вот что было, это молитвы с той и с другой стороны, родители, ну, деды. И они молились, и как-то все так вот получалось. Получалось так, что мы даже сами не знали, как это получалось. Вот так. Дальше. Вопрос 1149, третий том «Открытым оком». Можно ли любить свою работу? Не есть ли это пристрастие к ней? Можно ли испытывать удовольствие от труда? Видите, как их спрашивают. Ответ. Это не выдумано, это люди, которые в зале сидят и... Ответ. Хотя труд и дан Богом, как наказание за согрешение, но Он же, наш любящий Отец, посылает и благословение на труд, на эту землю, проклятую им за принятие крови. Любовь Божия ко мне выражалась и в том, что я вкусил радость от многих работ, которыми я занимался в своей жизни. Я сделал экономную, красивую печь и взял за труд намного меньше, чем другие печники-пьяницы. Доволен хозяин, доволен и я, и это довольство получено от совместного труда. Иоанн Златоуст говорит о радости земледельца на весенних работах, когда он радостно предвкушает пылью осеннего гумна. Хорошо сделанная работа в раку ныне. Рассказывают, что когда Александр Сергеевич Пушкин дописал Бориса Годунова, то рядом никого не было, но он чувствовал, что замысел его удался.
и он знал, видел, какая радость будет на лицах его друзей. Он ударил в ладоши и воскликнул: «Ай да Пушкин, ай да молодец!» Там написано, что дальше он сказал: «Ах ты сукин сын!» Ну да. А так, правда или нет, но такое дело. Ну у него же есть сукин сын рассказ, он поэтому «Ай да сукин сын!» говорит. Ой. Вот эта радость взрослого, как у ребенка, вызывает благодарность Богу за благословенный труд, облагораживающий землю и жизнь нашу. Работу свою можешь и не любить, но обязательно делай ее, как для Господа, и в этом будет твоя радость. Колоссянам 3:17. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Видите, как вот, я заранее знаю, священники, которые отвечают, они не словом Божьим не, говорится, не оперирует. И поэтому сказал, забыл. А вот тут места запомни наизусть. И в моих словах только связующие, как вот Андрей Караф видел. Игнатий, он ничего своего не говорит. Он целые пласты забытые нами поднял. Дальше. О чем? Страсть, любовь к работе. Радость в работе. Я работал печником 40 лет. В саже все время. Там глядеть не на что. И всегда было радостно. И мне говорили: как вы заразительно работаете. Все дети тут маленькие подносят, что-то стараются. Даже дети. Почему? Ну, мне интересно. Они работают. Видишь, какие маленькие вопросы, маленькие ответы. Я говорю. А дальше будут большие вопросы и большие несколько страниц ответа. Вот так. Давай. Вопрос 1166, третий том, открытым оком. Вопрос. Если человек верующий, то может ли он быть судьей в суде? Ну что, так, конечно, денег там много платят. Адвокатом там есть вопрос? Как Шарик говорил, пахнет хорошо на кухне-то. Угу. Ответ. Теоретически да. И это было бы во всех отношениях положительным явлением. Притом судья должен быть глубоко верующим и много молиться. Да. Обладать проницательностью, великой мудростью, почти как Соломон. Судья должен быть беспощадным лжесвидетелем и тут же в зале их арестовывать. Судейская должность – страшная опасность, ежедневной смертельной угрозы для его жизни, если он будет поступать поистине и справедливо, а не так, как сегодняшние судьи, которые почти все уже не один раз выносили неверное решение. Они очень похожи на наших батюшек, не накладывающих епитимий за истинные преступления. Вот так. Сирахов, 7 глава, 6 стих. «Не домогайся сделаться судьей, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду, чтобы...» Как? Надо знать, где написано. Прямо о суде «не домогайся». «Чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою». Сафония, 3 глава, 3 стих. Вот у меня интересно, как я судился, то на меня нападали там где-то, ну по-другому нельзя, нападает на лагерь, закрыть лагерь. И суды, один за другими, все выиграл суды. Опровержение дать по телевидению, потому что они по телевидению поставили фильм против меня. И заплатили, они с адвокатами приходили, ГТРК, так меня поздравляли в прокуратуре краевой, в администрации. Вы, говорит, даже не знаете, что вы сделали. Ты с этими вообще судиться нельзя, говорит, их разговариваешь, а мне один зам прокурора края говорит, ты разговариваешь, говорит, а руки в карманах, кулаки, говорит, зажимаю. Такие люди нехорошие. Сафония, 3 глава, 3 стих. «Князья его посреди его, рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости». Вот это характеристика судей. Я пришел к выводу, что судьи должны быть только верующие. Неверующих всех убрать в течение одного дня. А не важно, кто будет. Это православный, католик, баптист, мусульманин, буддист. Лишь бы только верили, что за неправду ему будет на том суде, на Божьем. Вот это чтобы было. Вот тогда можно будет ждать правды. О, если бы все судьи были верующие, думая, что на должность судей надо готовить почти с пеленок, и чтобы они получали физическое, религиозное и нравственное обучение по высочайшему уровню и были похожи на
на несмертельного Голована у Лескова Николая Семеновича, никогда не бравшего взяток. Ну вот видите как. Несмертельного Голована. Так, о чем ты не забывай здесь? Читал, но... Ну, судьи. Судьи. Все. Это работа о работе. Тема о работе. И вот теперь мы возвращаемся. Это на нашем сайте. Дальше. Вот маленький вопросик. Всего только 4 слова. А сколько мест писания я привожу? Моя задача людей не путать, а чтобы они обращались к Богу. Не у меня не вопроса ищут, а у Бога. Я должен только указать. У Бога. Давай. Вопрос 1181, третий том «Открытым оком». Можно ли работать в налоговой инспекции? Вот так. Ответ. Подобные вопросы возникали в первые века, когда церковь стала придатком государства. И уже тогда некоторые хотели после уверования вернуться к прежней воинской службе, перейдя туда даже из монашеского состояния. Церковь определила это как возврат пса на блевотину. И стала накладывать на них строгие эпитемии, совершенно запрещая подобные действия. Точно так же и здесь. Нам известен случай обращения из налоговой полиции одного чиновника, ставшего апостолом. Евангелие от Марка, 2 глава, 14 стих. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встав, последовал за ним. Дальше. «Следуй за мной» – это выход из стана врага к обществу друзей Божиих. Теперь, чтобы ему вернуться в прежнее состояние, из Матфея стать Левием, ему нужно услышать другой внутренний голос. «Следуй за мной». И этот голос принадлежит тому, кому Левий принадлежал раньше. Вот там надо «Т» добавить. И это. Что? Этот голос, наверное, тут правильно. Ну да, наверное. Вот вообще. Да. 2 Петра, 2 глава, 20-22 стихи. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им и не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Сборщики налогов не пользуются любовью народа и могут лишиться жизни при исполнении служебных обязанностей. Третье царство, 12 глава. Видите, должен знать, где это написано. Сказал, а теперь подтвердить надо. Что, вот сколько я гляжу, священники выступают, такие речисты, Библия вообще не берет. И надо запоминать, что он говорил. А я не знаю, надо ли запоминать это. Теперь я ему говорю вот одни места писания. Третья книга царств, 12-18. Смотри. «И послал царь Равоам Адонирама, начальника над податью. Но все израильтяне забросали его каменьем, и он умер. Царь же Равоам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим». Адонирам. Это как... Ладно. «Кроме того, сегодня на предпринимателей накладываются сверхграбительские налоги. И ты должен будешь участвовать в удушении этих людей, не отказывающихся платить нормальные налоги». Все. Ну вот так. О чем нас? Налоговая инспекция. Это не христианская должность. Налоговая инспекция. Дальше. Лишь маленькие вопросики. О, а тут уже пошли большие. Ну, Ctrl-A, Ctrl-S, скопировал. Теперь переношу, открываю, Ctrl-V, вставляю Ctrl-A, заактивировал. Вот, теперь сразу на 20-ю перевожу. Все. Давай. Вопрос 1190, третий том «Открытым оком». Научно-технический прогресс и отношение к нему. Можно ли верующим посвятить себя науке, то есть писать научные труды, диссертации? Или у верующего только один путь – посвятить себя Богу? Ответ.
Над воротами концентрационного лагеря фашисты установили надпись «Каждому свое». Das jedem seine. Советские видели в ней только цинизм, хотя жили точно по этому принципу. К слову сказать, в любом слове можно найти полезное зерно, если хорошо размыслим о смысле и происхождении этого изречения. Они имели в виду, что если ты раб или пленный, значит тебе и написано на роду здесь быть, и от этого не уйдешь, но верующий переосмысливает каждое слово, слышанное ими, и извлекает из этого полезное для себя. Иеремия 15, глава 19 стих. «На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Если сам по себе человек ничтожен, пустой, то он и богатство, и свою мировую высокую должность не может оценить. Рвется еще выше и на этом сгорает. А верующий довольствуется малым, благодарит Создателя, и он поистине счастлив. Профессор Владимир Филимонович Марцинковский, сидя в ленинской тюрьме, вывел изречение: «Со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма». Тому, кто наполнил сердце свое Духом Святым, жажды богообщения, уже ничего не нужно, и он повторяет: «Избираю всегда Бога, одного Бога, и кроме ничего, кроме Бога». Филиппийцам 1:21. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Колоссянам 3 глава 4 стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Верующий человек все, что у него есть, приписывает Богу и посвящает Ему. Римлянам 11 глава 36 стих. «Ибо все из Него, и мы к Нему, Ему слава во веки, аминь». Псалом 15 стих 11. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Ефесянам 1 глава 23 стих, которое есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Когда человек познает исследование больше, это хорошо, но это так ничтожно мало. И это суета, Екклесиаст 1:18, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Познание человека изображают кругом, в центре которого он стоит. Когда он мало знает, то окружность круга соприкасается с внешним, с непознанным еще мало. Но расширяется круг и увеличивается длина окружности. То есть все больше и больше ты познаешь, что за этой открытой тайной сразу же открывается еще бездна тайн. И их тебе никогда уже не удастся разгадать. Круг только увеличивается, и мука твоя бесконечна. Вы так и ставите вопрос, что не просто заниматься, но именно посвятить, а это уже происходит от того, что душа не познала Христа. Давайте разберем это слово «посвятить». Разве оно не говорит о том, что мы чем-то очень ценим, что-то очень ценим и приносим жертву святости, и вдруг это нелюбимому Иисусу? В конце жизненного пути человек поймет эту трагическую ошибку, и сердце его было не целиком посвящено Богу. Разум его, сердце его, крепость его, согласно первой наиглавнейшей заповеди о любви, были посвящены не Богу любви, а чему-то другому. А что это? Работа, семья, государство. Разницы здесь нет никакой. И в конце жизни, даже если бы вы стали академиком международных академий, как академик Сахаров, и изобрели самое невероятное, а не познали Бога, не родились свыше, то такой человек горько пожалеет, для чего он вообще родился. И скажет Иов, 1 глава, 21 стих. «Наг я вышел из чрева матери моей, наг я возвращусь. Господь дал, Господь взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Этот вопрос посвящен... Посвящение. Посвящение не стоит перед теми, кто полюбил единственного, ни с кем не сравнимого Иисуса. Псалом 44, стих 3. «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Наука – это слепая полупомешанная старуха. И все, что на ощупь находит, дьявол тут же вырывает из рук ее, и все гонит в цифре 666. Сирахов 39 глава 1 стих.
Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах. Слово «посвятить» в Библии встречается 95 раз и всегда имеется в виду посвятить Богу. И сердце должно на это сказать «Аминь». Истина, да будет так. Лука 2 глава 23 стих. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу. Сразу после рождения ребенка посвящали Господу, так гласил закон, если человек сам себе не принадлежит, а Богу. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 19 стих. Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. 1 Коринфянам, 16 глава, 15 стих. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, что они посвятили себя на служение святым. 1 Тимофея, 2 глава, 10 стих. Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. В Новом Завете слово «посвящаю» встречается только 4 раза, и они все здесь перед нами. Вот на это и нужно держать настрой, как бы на все 4 стороны завета. Здесь нет даже намека на то, чтобы чему-то другому отдала предпочтение искупленная душа. Люди, не знающие Иегову, Творца Вселенной, слепые и безумные, и посвящают свою жизнь ложным кумирам и идолам. Такие люди достойны презрения и после смерти. Обычно принято говорить в народе, что о мертвых говорят только хорошее или ничего. Это совершенно не библейский подход. Слово Божие всегда все вещи называет своими именами и запрещает делать подмену слов и понятий, разоблачая всяческую казуистику. И даже после смерти повелевает разрыть кости, вытащить их из мавзолея, чтобы и имя этих вождей и лжепророков было предано проклятию. 2 Паралипоменон, 34 глава, 4-5 стихи. «И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные литые кумиры взломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим». Все посвященное не Богу должно сгореть. Я не знаю ни одного ученого, говорю только о верующих и христианах, а это 91% всех лауреатов Нобелевской премии. У кого была правильная евангельская вера? У них все какое-то скособоченное, извращенное, вычурное, надменное, пустое. Быть может и есть такой где-то, как вам кажется, но сообщите мне об этом. Каждому из них можно сказать, пророк Исаия, 47 глава, 10 стих. «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце своем, я и никто кроме меня». Эти ученые, крученные в ухабах науки, более всего ценят свое мнение, свою идею, гипотезу и всю жизнь проводят в потьмах. А когда начинают еще и о Боге вещать, то просто стоят на четвереньках и ползают по собственной блевотине. В своих измышлениях задыхается пророк Исаия, 28 глава, 8 стих. «Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной нечистого места». 2 Петра, 2 глава, 22 стих. «Но с ними случается по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Как только заговоришь с ними о жизни по Евангелию, о смелом исповедании имя Господа, Господня, они сразу же руками и зубами вцепляются в свои знания. Посмотрите, сколько ученых людей, посвятивших себя науке, оказались в сектах Иванова, Белого Братства, Кришнаита, Виссариона. Смешно сказать, но на Урале действует секта, основанная на сказках Бажова, где почитают за богиню, хозяйку Медной горы. Это даже и не безумие, а полное изничтожение разума. Псалом 61, стих 10. «Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь, если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». Пророк Ездра тоже мучился многими вопросами, и Господь дал ему ответ на его научные изыскания. 3 Ездра, 7 глава, 25 стих. «И потому Ездра пустым пустое, а полным полное». Стихотворение. Как хорошо иметь сестер и братьев, соединенных верой во Христа. Бывает братство волков-пиратов,
заговорил об этом неспроста. Все так же, как тогда перед потопом. Земля сквернится, позабывший стыд. Молитвы, стон, ее рыдание, шепот. Шепот. Порушены каноны и посты. Не одолеть, со всех сторон в нас тычут постыдные поповские ошибки. Сексот шпионит через дорогу сыщик, ткет паутину из словесной нитки. Ядущим и хлеб разобрались, что ни к чему им мужество порядок. Подкопы роют, превратившись в крыс, невдалеке, через дорогу рядом. Что мне, вы мы не друзья, отныне не быть? Ни зятем, и ни братом, ни сватом, следы их в обвинительных копыт не раз нас по судам извиноватят. Бог отделяет любящих его. Не бойся слов раскол, разъединение. Через дорогу несколько шагов. Но эту пропасть перейти сумеем. Кто во Христе духовно жив, прозрел, сверяет все божественным писанием, в них враг через дорогу сотни стрел вынюхивает тысячу носами. Чего им не хватает до зимы, до пятницы ислама, до жидов субботы, до воскресенья, могилы и тюрьмы, двуперстно тычут злобство щепотью. Вы просчитались, племя оголтелых, путь нечестивых проклят зарастает, им не спасти ни души, ни тела, история страницы нам листает. 22-е, 28-е, 6-е. Это конкретно кому-то посвящалось. Калашникову ПГ. Да, конкретно. Люди, Володя где живет, в этот дом. Ну что, все, наверное, уже полчаса есть? Больше. Ну все, тогда давай, закрывай. О чем речь идет? Так, о чем же там речь идет? Это большой вопрос. Не знаешь, да? А ну-ка посмотри. А, наука. Наука. Давай. Что, наука? Да, подожди. Наука. Наука, старуха, слепой. Ну вот и все. Давай. Да. Опять запах.